Минобороны рассказали о возможных сценариях нападения на Россию. Они настолько пытаются уничтожить несколько столетий, поэтому уже пугаться поздно. Но мы поставили российской армии задачу 24 февраля. Какую задачу вы поставили? Ну, не воевать? Минуточку. Продемонстрировать силу? Напугать их? Продемонстрировали? Напугали? А оказалось, что они не пугаються. Якщо раніше російські чорнороті пропагандисти просто кричали про те, що НАТО готується до війни з РФ, то зараз вони пішли куди далі. Скабєєва з посиланням на Міноборони РФ заявила, що НАТО буде нападати на Росію. Міноборони розказали о можливих сценаріях нападення на Росію. Журнал Міністерства оборони предполагает, что еще до начала активной фазы противник, то есть альянс НАТО, будет вести информационную войну. Затем основную роль будет играть авиация. Сначала последует быстрый глобальный удар, не дай бог. И одновременно несколько массированных ракетно-авиационных обстрелов. Кроме того, в преддверии нападения на Россию противник будет устраивать провокации в отношении нашей страны, усилит разведку наших границ. Совпадение или нет, но... Как раз накануне появилась информация о том, что новейшие американские F-35 уже активно участвуют в миссиях на территории Украины. Определяют точное местоположение российских ЗРК. Об этом сообщил официально министр обороны Сингапура. В общем, складывается тревожное ощущение, что в этом году мир ждет беспрецедентной эскалации. Так, ну тут давайте про все по порядку. Скабєєва посилається на публікацію журналу Міноборони РФ «Воєнна мисль». Щоправда, самої ж статті на цьому веб-ресурсі особисто я не знайшла. Так от, за її словами, Міноборони публікує начебто детальний сценарій нападу на Росію. А отже, у зв'язку з цим потрібно виробити нові погляди на організацію бойового застосування авіаційних сил як у мирний, так і у воєнний час, цитують статтю російські ЗМІ. Насправді дуже тривожний сигнал, бо пам'ятаєте їхній наратив про те, що це Україна напала на Росію? Щось схоже зараз відбувається і щодо НАТО. Я не вірю в случайність публікації в журналі «Воєнна мисль» вот эту вот вещь, тому що... Всегда какие-нибудь серьезные глобальные вещи, они анонсируются заранее. Например, «Северный поток» обещали полгода взорвать, прежде чем его взорвать. Это абсолютно, ну, если поднять это, так и было. Например, войну с Украиной сколько обсуждали? Ну, что, точно год, как обсуждали железно, там все эти западные. Поэтому вот то, что говорится сегодня, что НАТО готовится к этому, и это вообще никаких сомнений быть не должно. Усиление группировки, это все нормально, наше Министерство обороны реагирует на это. Нет, понятно. Но другой вопрос. Ну вот давайте, условно, завтра мы закончили с Украиной. Нам что, дадут жить спокойно? Ну вот, они же приблизились к нам, мы же зачем это все начинать? Затем, чтобы убрать буферную зону. Мы им что сказали? Давайте там за Одер, туда, за Эльбу. До свидания, инфраструктура НАТО. Они... Вот болтать-то болтают, а открыли самый один из крупнейших аэропортов своих, военный аэропорт в Албании. То есть на Северных Балканах огромный аэропорт военный. Да. Это база их, вот совсем недавно. Вот это вот они делают. Вопрос нам что делать? Мы должны говорить, ну ладно, пускай там что-то такое, главное там закончить с Украиной. И дальше мир, дружба, жвачка. Но если мы сейчас закричим, так не будет. Как всегда, шарахну по Лондону. Это нет, снова мы же не говорим, что надо шарахать по Лондону. Только улыбку. А есть какой-нибудь план? Конечно. Такими вкидами Кремль надає правдоподібності погрозам на адресу Заходу. Типу, ось бачите, вони ж на нас нападуть, а отже їх треба стерти з лиця землі. Також Москва хоче мобілізувати росіян і запевнити їх у необхідності продовжувати цю війну. Таке дезінформування свідчить про невпевненість Кремля в майбутньому. Що ж стосується F-35 над Україною, то це також російська ІПСО, пояснив нам військовий експерт Петро Черник. Я впевнений, що це ІПСО на 100%. Ну, по-перше, треба знайти інформацію самого міністра. Якщо він дійсно це говорив у відкритий простір, то не може такого бути, що цієї інформації немає. У Болгарії давно доведено, працює російська агентура на найвищому рівні. Чи це росіянам потрібно так розносно? Вони зараз капіталізовують концепцію обложеної фортечі, що ось-ось НАТО на них нападе, і такий спосіб знову ж таки піднімають рівень свого фюрера. Що от немає іншого сценарію, як консолідуватися навколо цього тирана, бо інакше ми цієї війни не витримаємо. Найважливіше, щоб ми, наші українські медіа, особливо люди, котрі на цьому розуміються, котрі працюють зі мною в одному тому самому цеху, не вдавалися до
реплікації, повторення, вкидання цієї інформації. Бо це дуже-дуже сильно шкодить нашій державі. Відчуваючи кволість Заходу, Путін підвищує ставки. Причому бункерний почувається настільки безкарно, що навіть висуває ультиматуми НАТО та вимагає трофеїв. Росія робить все, аби спровокувати Третю світову війну. В журналі «Воєнна мисль», да, вийшла така наукова стаття, яка... И в этом журнале, я скажу, печатаются многие статьи, такие, ну, которые носят рекомендации. От которых сегодня всем стало плохо. Да, которые... Называйте вещи своими именами. Рассказ о том, как НАТО на нас нападет, и, возможно, нас уничтожит. Да, ничего, значит, страшного. Нет. Не волнуйтесь. Отобьем. Все хорошо. Давайте так. Во-первых, это специализированное издание, где такого рода вопросы рассматриваются постоянно. Здесь в данном случае статья рассматривала вопрос о повышении боевой эффективности наших ВКС на 30%. Это видеть, нет, и подождите, нам бы жилось подождите. Спокойнее. Оль, ну меньше давайте знаешь, по порядку. Значит, для того, чтобы повысить на 30% боевую эффективность наших ВКС, нужно было рассмотреть их действия относительно какой-нибудь стратегической операции. В качестве такого примера было выбрано глобальный мгновенный удар. Я вам объясню, что это вот он появился как концепция в 2002 году, а с 2010 стал стратегией НАТО и действовал до тех пор, пока у России не появилось гиперзвуковое оружие. Главная задача этой концепции, этой стратегии, это лишение России, либо Китая, либо другой страны ядерного арсенала с помощью крылатых ракет. Но как только мы создали такие гиперзвуковые комплексы, как «Кинжал», и приняли их на вооружение, «Циркон», у нас появилась такая возможность отодвинуть опасность как можно дальше. Це все поки що політичні сигнали Заходу про готовність Росії начебто рішуче і жорстко реагувати на чергові поставки зброї до України чи на навчання країн Альянсу. Так і сверблять руки випустити свої ракети не лише по Україні. От ми зараз обговорюємо тему, да, слива в бундесвере этой информации. А я просто, ну, думаю, а кому вообще это нужно-то на самом деле? Вот у меня есть твердое убеждение, что эту информацию слили британцы или американцы. И слили исходя из своих, как бы, интересов, да? Ну, для того, чтобы еще дальше сделать Россию и Берлин. Ну, Москву и Берлин. Мне кажется, это абсолютно очевидные вещи. Они работают в этом направлении и будут делать все, чтобы довести ситуацию до прямой конфронтации между Берлином и Россией. Ну... У меня еще более конспирологическая версия. Первое, что мне пришло в голову, нам подбросили это американцы. Причем речь действительно не о том, что это утка, это... Да, это нисколько не снимает ответственности. Для того, чтобы мы психанули, конечно, и шарахнули, там, конечно, даже называется городок. Конечно. Город Бюхель, откуда идет координация работы немцев на Украине. То есть они это делают, исходя из своих интересов, абсолютно сознательно. Мне даже страшно представить, какое количество агентов влияния, не говоря уже о прямых агентах, которые вмонтированы в саму систему управления и принятия решений в Европе, находятся там со стороны американцев или британцев. Я даже не берусь это предположить. Но вообще-то это должно быть на самом деле, ну, серьезным сигналом немецкому обществу прежде всего. А кто на самом деле решает вопрос войны и мира? Политическое руководство Германии? Или все-таки это решается где-то... Там, в стороні, за пределами Германії. А, ну, звісно, хто завжди у всьому винен? Британці та американці. Усі наведені меседжі випливають із відомого кремлівського наративу про те, що Україна начебто перебуває під зовнішнім управлінням. А тепер виявляється, що й Німеччина не самостійна. Я нагадаю, що раніше подібні вкиди про залежність України від Сполучених Штатів чи Британії мали легітимізувати право Росії захопити нашу державу. Тоже Німеччині рекомендую задуматись. Ведь что стоит за этими всеми разговорами, стоит нечто большее, чем просто угрозы нам. А Германия уже считает себя в силе угрожать нанести удар по стране, которая является гарантом договора 2+4, которая является державой-победительницей и которая приняла ее капитуляцию. Что это как не подготовка к реваншу? То есть это создание очень серьезного задела для подготовки к реваншу. Уже, неважно, поставят, не поставят, они уже считают себя в силе это обсудить. Они считают, что уже можно обсудить и удар по державе победительницы. То есть это уже другой абсолютно в их понимании мир. Момент второй, что они опять-таки открывают для себя здесь очень большое окно возможностей. Дай право на создание, как они говорят, армии, как опоры НАТО постепенно. То есть это новая роль Германии. Тогда следующий, я думаю, крик будет простой. Надо убрать ограничения на развитие бундесвера. Был очень интересный комментарий МИДа ФРГ
на заявление Марии Захаровой, что нас, мол, не запугать, мы принимаем к сведению, что Россия говорит, что денацификация Германии не завершена. Сейчас у них начнется крик обязательно. Россия нам угрожает некой денацификацией, дайте нам право иметь армию как опору восточного фланга НАТО. А параллельно восстанавливают свою сферу влияния. Вот сегодня под все эти крики уже начали патрулировать Прибалтику. Там ситуация еще более пикантная. Патрулированием Прибалтики занимается тот же командующий ВВС, ну то есть командующий Люфтваффе, который был участником слитого разговора. Один из тех, кто планировал удар по Кримському мосту. Перехоплені та опубліковані розмови німецьких офіцерів – взагалі топ-тема російського зомбоящика. Не сподобалось їм те, що там йшлося про Кримський міст. Офіцери, видимо, сказали, що Україна, все, зжигай мости з Кримом, Криму у тебе не буде, зжигай мости. Вот так можно было бы еще охарактеризовать эти переговоры. Там. Сменить пароль, я не знаю, там пароль 1, 2, 3, 4, например, Шольц, ливерная колбаса, там как-то, чтобы было чуть посекретней. Слушайте, это, конечно, поразительные эти разговоры, но самое главное, мы что... Мы на эту тему шутим, чтобы бодриться, так-то они пытаются нас уничтожить. Ну так, они нас уже пытаются уничтожить несколько столетий, поэтому уже пугаться поздно. То если мы говорим о том, что там вот они обсуждают удары по Российской Федерации, и это вообще их не смущает нисколько, их смущает только одно. Как же мы так л***ли, что это утекло? Вот это главное. А то, что по России бить, ну так это нормально. Бить по Росії і правда нормально. Шкода, що нам не можна це робити з західним озброєнням. Хоча ми і своїм непогано справляємось. А Крим – це Україна. Тому не розумію вашої паніки. Цілі в Криму являються законними з точки для України, тому що це не територія Росії. Тобто це теж важливий момент. Ніхто не обсуждає всерйоз, да, в Германії, во всякому випадку, ну в СМІ. Я сподіваюся, політики все-таки почнуть це, як ти говориш, як мінімум опозиційні. Но в СМІ ніхто не обсуждає, так, а зачем ми планували атаку на мост російський? А ми не розуміємо, який буде відповідь Росії в випадку, якщо наші військові будуть атакувати? А ми не розуміємо, що ми створюємо ризики початку ядерної війни? От розмови будет ядерная война или ядерная война все-таки не случится, мы перешли к разговорам о том, как именно начнется ядерная война. И вот обсуждаем то ли так, то ли вот это. А вот вероятность того, что ее не будет, мы как бы в последнее время уже не рассматриваем. Якщо всі ці російські погрози, путінські авантюри, демократичний світ просто зараз проковтне, то цілком ймовірно, що РФ таки вторгнеться до країн Європи. Звісно, все це зроблять під соусом «Ані перші на нас напали», але від втрат та можливого ядерного протистояння це нікого не врятує. Макрон делает заявление о том, что красных линий для нас не существует. Это так складывается ощущение, мы вокруг себя чертим красные линии, они их переходят, плюют на нас, плюют. Почему до сих пор не нанесены удары? А оказалось, что они не пугаются. А оказалось, что это пшик для них. Президент Франції Макрон виявився ще тим міцним горішком. Як тільки він робить нову заяву про підтримку України, на болотах одразу приступ паніки та психічної хвороби, як, до прикладу, у Соловйова. От таке відчуття, що вони нічого не можуть зробити, з них все время лезет маленький нацистичин. Он європін, і от це айнц. Це він так реагує на нову заяву французького лідера. Чергово обговорюючи підтримку України, Макрон заявив, що немає і не може бути ніяких обмежень та червоних ліній для підтримки нашої держави. І взагалі європейським лідерам треба припинити бути боягузами. А росіянам така заява не сподобалась. Макрон делает заявление о том, что красных линий для нас не существует. Соответственно, Медведев ему сегодня там, значит, тоже в Твиттере пишет, ну окей, базаров нет, не существует, значит, не существует. И завтра представляем, там где-нибудь в Сенегале по французской казарме прилетает нечто тяжелое, там, начиненное там 400 килограммами взрывчатки. Вот, и во Францию разом едет там 15-30 гробов. Ну, и что он с этим делать-то будет? Я все-таки вернусь к нашему замечательному крошке Макрону. Да. Да, вот вы знаете, все-таки третий день мы вообще все говорят о Макроне. Да? Это потрясающе. Причем третий день он путается в показаниях. Третий день Франция меняет свой подход. То она хочет разгромить Россию, не вводя войска, вернее, сперва хочет ввести войска, потом хочет разгромить Россию, не вводя войска. Теперь, как я понимаю, у него концепция опять изменилась. Он хочет, так сказать, вводить войска и показывать, как все очень страшно. У него нет никаких красных линий.
Я вам так скажу, он начинает выполнять исполняющие обязанности функции Борреля. Вот тот пургу нес несколько лет, сейчас такую же пургу начинает нести Макрон. Но у меня один вопрос. Ну хорошо, вот он решил, что у него в отношениях с Россией нет красных линий. Ну да, как говорится, хоккей. Да, а он понимает, что он после этого легитимная цель? Вот он лично, Макрон, что у него на лбу нарисована мишень. Если он сказал, что нет никаких красных линий, он фактически сказал, что Франция рассматривает варианты ликвидации политического руководства Российской Федерации, в том числе и через террористический акт. Он же это сказал. И подтверждение слов Дмитрия. Да. Дмитрий Анатольевич Медведев пишет, Макрон сказал, больше нет красных линий, больше нет ограничений в плане поддержки Украины. Да. Тогда это означает, что у России больше не осталось красных линий для Франции. Точно. In ostem omina licita, по отношению к врагу все дозволено. Значит, так вот что... этот вот правящий Франции гей-клуб, он является легитимной целью для наших любых военно-силовых акций. Ну, куди ж Росія без погроз? Але я не розумію, чому їм так не сподобалась заява про червоні лінії? Вони ж давно самі казали, що червоні лінії – то все вигадана маячня. Ми іноді говоримо о каких-то красних лініях, сміхотворних, уже ніхто не боїться, їх ніхто не розуміє. Так складається відчуття, ми вокруг себе чертим красні лінії, вони їх переходять, плюють на нас, а ми опять? А ви опять будете язиком ракету направлять. Отрабатывать. Я никак не могу решить. Париж... Марсель. Вот что касается, вот что касается наших ответов. Ну, Бухарест, само собой. А вот потом Париж, Лион, Марсель. Лион. Хороший Лион. Город. Лион. Там праздник огня есть, да. Вообще. Лион, да. А и в Германии надо прилететь за Таурус. Вот что уничтожить? Вони горять, вони погрожують і їм тривожно. Стурбовано на заяви Макрона реагує і палька Путіна Пісков. І каже, що не треба французам допомагати Україні, бо це ж, мовляв, невигідно. Очевидно одно, господин Макрон убежден в своей линии на нанесение стратегического поражения нашей стране. Он продолжает повышать уровень непосредственной вовлеченности Франции в этой войне. С нашей точки зрения это никоим образом не соответствует интересам французов. Вот я не розумію, чому у них така реакція, навіть якщо Франція і відправить свої війська, хіба щось зміниться? Адже скільки разів окупанти постійно наголошували, що французи та інші іноземці і так воюють в Україні? Разберитесь уже со своими методичками. Ну, мы же знаем, что были и французы, были и англичане, и американцы, кого только не было. Кстати, немцы тоже были в рядах ВСУ, так называемые добровольцы и наемники. У Франции вообще есть легион. Легион Франции... Мы добровольцам и наемникам, наверное, уже не удивляемся, особенно после уничтожения в Харьковской области тех самых разумеется, французов. Но... Я не исключаю. Да, не исключая вариантов о том, что, может быть, французские какие-то контингенты могут быть использованы. Хотя, знаете, ну что мы лукавим, французы достаточно активно в виде наемников присутствуют на территории Украины. Заяви Макрона і справді здивували всіх. Він дуже активно почав просувати ідею збільшення допомоги для України і всерйоз розглядає варіант відправки військ. Навіть на погрози Кремля вже не реагує. І пропагандистам це ой як не подобається. Вони придерживаються концепції так називаємо «сварити лягушку на медленному огні». Да? То есть, но лягушка уже догадалась, что ее варят. Если лягушка, да. То мы с вами. Да. Что должна сделать лягушка? Ну что, выпрыгнуть? Ну? И хорошенько по этой банке, в которой я пытаюсь сварить. Ну вот так вот, по логике. Ну по логике, да. Но лягушка... Тепер Грізний перетворився на жабу. Це не я, це Скабєєва так сказала. Багато хто намагався спростувати заяви Макрона, але він знову сказав про намір відправити до нас іноземний контингент. Щоправда, додав, відправлення військ в Україну можливе, якщо російські окупанти просуватимуться на Київ чи Одесу. Страни НАТО всерйоз розглядають початок повномасштабного конфлікту. Не случайно Моншері Мікрон, ах, простите, Макрон, он уже впрямую заявляет, он там депутатам показывал, рисовал планы, что вот так вот русские пойдут на Київ. Или на Одессу. На Одессу. Вот он так вот так рисовал, говорит, вот так они так вот так на Киев, потом так раз и оп, и на Одессу. Алан сказал, это мы понимаем то, о чем говорим, а то, о чем не понимаем, не говорим. Но говорим, не понимая, понимая, не говорим, чтобы была стратегическая двусмысленность. Все так задумались, говорят, зачем мужик, это о чем? Он говорит, мы об этом, говорит, о чем об этом? Мы не должны допустить, сказал Макрон, чтобы русские взяли Киев, Одессу, Киев.
Но он ничего не сказал про Харьков, Николаев и Измаил. Так что, может, у него какой-то свой выбор. Также город Днепр ему не понравился. Но сама суть Макрона была в том, мы же помним, нам же вчера другой гальский пи***к объяснил, что их главная задача – это победить Россию, не воюя с Россией. И тогда, притом мы и вчера говорили, в этом гениальная гальская логика. Потому что, когда они воевали с русскими, они проиграли. Поэтому, чтобы победить с русскими, надо с ними не воевать. Давайте попробуем иначе. Давайте попробуем иначе. Логика безупречная. Вот он любопытно, очень точно, по-моему, мне кажется, Макрон сам себя тут поймал, рассказал нам кое-что о способе мышления, потому что все, конечно, через средства массовой информации какое-то время знали сложное для европейского языка, что для континентального, что для саксонского, вот это вот Авдеевка, которую они еще пытались писать, вот поэтому на суржике, на вот этом отвратительном, коверкающем русский язык, но они же тут же ее забыли. А вот Киев, Одесса, известно из произведений литературных и так далее. Я боюсь, что их даже напугать нельзя. Хотя можно попробовать. Можно попробовать их попугать. Честно сказать, вот эта откровенность Макрона, она явно провоцирует наш МИД, наше руководство, его как-то попугать. Ну, например, для начала отозвать посла для консультаций. А пока его нет, привести ракету в боевую. Не, да. И на каждый написать «на Париж». Насправді, навряд чи Макрон найближчим часом відправить свої війська до України. Скоріше, це все політична гра, мета якої – привернути увагу до збільшення підтримки України. Нам потрібно більше зброї. А взагалі, ми будемо раді будь-якій підтримці. З французами чи іншими військовими ми в рази швидше знищимо окупантів. У тих же французів, у них є сил спеціальних операцій, у французів є і вооружение, воєнна техніка неплохая. Но в масштабах происходящего в зоне СВО, французы не могут повлиять на обстановку там. Ну так, якщо не повлияет на обстановку, то чому ви так бурно це обговорюєте? Мабуть, таки страшно чи що? Спочатку ви усіх лякали, а тепер? Ну ми поставили російській армії задачу 24 февраля. Какую задачу вы поставили? Ну, не воевать? Минуточку. Продемонстрировать силу? Напугать их? Продемонстрировали? Напугали? Это не военная задача, это политическая. А оказалось, что они не пугаются. А оказалось, что это пшик для них. Ну, ви зрозуміли, з путінською задачею явно вийшла незадача. Про це, до речі, заявив ще один експерт у прямому ефірі, і йому одразу закрили рота. Було 709 днів війни на Україні. І 709 днів – це половина Великої Отечественної війни. А без пафоса можна? Посмотрите, где была советская армия через 709 дней. Андрей Владимирович, вы взрослый, умный человек. Пожалуйста, вот, да. Сравнивайте Великую Отечественную военную операцию и специальную военную операцию. Вы прекрасно знаете, какие победы мы ее ведем. Не надо сравнивать, Андрей Владимирович. И вы прекрасно понимаете, почему. Я еще раз потому что мы не действуем как Израиль, который ведет себя в секторе Газа, все мы знаем как. Вот и все. Давайте мы раз и навсегда эту дискуссию вот в этой части закроем. Просто если вам нечего ответить, вы так скажите, ребят, я не знаю, что ответить. Говорю о том, что в ближайшие 3-4 месяца конфликт между Россией и Западом значительно усилится. Это связано с тем, что со 2 апреля начнутся поставки вот этих самых снарядов. 800 тысяч снарядов, все уже под контракты подписаны, деньги проплачены, так? А у нас впереди еще появление F-16 в первых числах, в первой неделе. А что появление Абрамсов изменило Абрамсы, военный, нет, в смысле? Ну, Абрамсы, у нас тут был тоже Константин Успал. А появление леопардов, это танки, Байрактаров, Хаймлинов. Я ошибаюсь, танки в этой войне играют совершенно другую роль. Это раз. Мы теряем время. Это первое. Вот. И во-вторых, нужно понимать, что переход Украины к так называемой активной обороне, это затягивание войны, которая... Все, спасибо большое. Так, Вадим Вадимович, тот же самый вопрос. И последнее хочу сказать... Андрей Владимирович, спасибо большое. Нет, о Трампе хочу сказать. Андрей Владимирович, спасибо большое. Вы отнимаете у меня время. И у ваших коллег. Я понимаю, что вам неприятно это слышать, да? Мне не неприятно. Я от вас готов услышать все, что угодно. Но я хотел бы от вас что-то услышать. Якщо після цих заяв, які я вам зараз покажу, не буде стрімко прискорено процес передачі усіх видів зброї, яка потрібна для розгрому Росії, то завтра президент-терорист зробить те, що давно просять його пропагандисти. Завдасть ракетних ударів по резиденціях президентів тих країн, які йому не подобаються. Кремлівський людожер підвищує ставки, а його посіпаки йому аплодують. Як ви знаєте, всі іноземні лідери, які приїжджають з візитом в Київ, к Зеленському, по традиції, повинні немножечко посидіти в бомбоубежищі. От їх туди приводять, там заводять цей сигнал. От, при цьому ніяких обстрілів, звісно, в цей момент не відбувається. Люди по вулицям передвигаються. От, і всі вони, значить, там посидять, їх пофотографують, потім відпускають в освоясь. І от случилось, наконец-то.
Вот все сейчас об этом там только и пишут. Русские чуть не убили ракетой Зеленского. Более того, не только Зеленского, но и премьер-министра Греции Мицотакиса, которого Зеленский катал по Одессе и почему-то не посадил в бомбоубежище. А тут прилетело. Сами террорист Зеленский и греческий премьер Мицотакис целые и невредимые спустя несколько часов появились на публике и заявили, что слышали где-то в отдалении звуки сирен. За данными CNN, российская ракета вдарила за півкілометра від Зеленського та Міцотакіса. Саме тоді, коли лідери їхали кортежем. За словами джерела, колона, яка їх везла, добре відчула на собі удар, і група побачила грибоподібну хмару диму. Та й сам грецький прем'єр зазначив, що досвід був вражаючим. Весь этот дешевий спектакль з покушенням на Зеленського нужен був тільки для одної цілі – випросити ракет і танк. Ми влаштували спектакль? Боже, ну які ж ви хворі. Ще скажіть, що Зеленський і прем'єр Греції прямо відслідковували політ рашистської ракети і їхали кортежем під неї. Насправді, цей теракт був скоєний усвідомлено, показово. Росіяни цього і не приховують. Приховують лише те, що цією ракетою вони вбили 5 людей. Зеленський, кстати, жив-здоров, гуляє по нашій Одесі, говорить, русські пытались мене вбити, але промахнулись. От Іскандер рядом упав, просто промазали, повезло. Прошу. Русские никогда не промахиваются. Зеленский об этом прекрасно знает. Я помню, была ситуация, когда российские высокоточные ракеты прилетели по заводу «Артем», это на Лукьяновке, да, ну, буквально сколько, 1,5 километра от офиса Зеленского. А он в это время принимал Гутерриша у себя. Вот они с окон, его окна туда, да, то есть он видел. И он не боялся, он прекрасно понимал, что ракета прилетит туда, куда и надо. Ну, если криворукая ПВО не собьет, она не упадет где-то раньше. Поэтому в Одессе он прекрасно понимает, что если ракета взорвала там что-то, то она именно туда и летела, а не по Зеленскому. Да и зачем, собственно? Ну, кому он нужен? Ну что он решает? При этом, насколько известно, били по Одесскому порту, где все знают, что находится британская база, эти самые британские БПЛА, которые бьют по нашему Черноморскому флоту. Причем здесь Зеленский. Совершенно верно. Все прекрасно видят, например, как Израиль воюет в секторе Газа. Там уже сколько? Больше 30 тысяч погибших, да? То есть в сравнении с погибшими, сколько военных погибло там от сектора Газа, то это количество гражданских жертв превышает. А все знают, что на Украине гражданских жертв практически это ничтожное количество. От як у вас язик повертається говорити про цивільних, яких ви вбиваєте десятками та сотнями? Чергового удару по Одесі Москва підступно завдала у день жалоби, коли одесити прощалися із вбитими 2 березня російським дроном мешканцями багатоквартирного будинку. Тоді загинули, нагадаю, 12 людей, серед них 5 діток. Це нічтожне кількість? Ні, це вершина російського цинізму. Кстати, за 2 года войны они опубликовали 2000 гражданских лиц, только погибло на территории Украины. Это по сравнению с Газой, да, и с другими, это цифры, конечно, это. То есть это говорит о том, насколько вообще гуманными средствами Российская Федерация ведет эту специальную военную операцию. То есть это, по сути дела, случайные жертвы, вот бомбардировок заводов, каких-то портов и так далее. Понятно, что там какие-то люди где-то находятся на этих военных, по сути дела, объектах, которые мы уничтожаем. Но это не точно не целенаправленные уничтожение мирных жителей. Это настолько очевидно, что это даже не надо проговаривать. Просто с той стороны. Они сами это признали. Они сами признали и министерство МВД. Мы атакуем города, но это не так. Это все прекрасно понимают. Росія ніколи не відмовиться від геноциду українського народу. Тим паче це для них, як говорять ці людожери, случайні жертви. Насправді не здивуюся, якщо вони і справді таким чином хотіли вбити Зеленського. Балістика свистіла рядом з Зеленським. Вони як-то перепугались, не знаходиш? Да, действительно, не знаю, как там насчет греческого партнера Зеленского, но если даже украинские парни там пишут, а где видео, где Зеленский жует галстук, по аналогии с Саакашвили, типа они удивлены, потому что если бы у Зеленского на тот момент был галстук на этой засаленной футболке, ну, наверное, он его пожевал. Вот. Ну, так, конечно, да, цирк, да и только. Я вот вижу это как. Ну, у нас наши доблестные ВКС планово выполняют задачи, поставленные специальной военной операцией, и то, что там где-то по Одессе там гулял Зеленский со своим греческим политиком, как бы, ну, нам это как-то не холодно и не жарко. Мы же как бы с тобой понимаем. Будет стоять задача ликвидировать Зеленского, ну, ликвидируют Зеленского. А так задача стояла по дальнейшей демилитаризации Украины. Как бы, ну, и звоняйте, что мы не предупредили. То, что показали в 2018 году, да, наш президент презентовал наши гиперзвуковые комиксы, они уже работают на передовой. Вот в Одессу прилетел Искандер. Но дальше пошли интересные вещи, да. Уничтожили мы это вот
цеха, где собирали вот эти морские С технической транспорт. Точки зрения, можно увернуться от «Искандера», если серьезно относиться к заявлениям президента? Да его избить не могут современные комплексы ПВО. Я не про сбить, увернуться. Он говорит, невозможно. Что «Искандер» пролетел от меня в 150 метрах, я отклонился, и мне повезло. Нет, это невозможно. Это невозможно. Кстати, у них какая вот эти... зона поражения «Искандера», чтобы это, было понятно. Если мы говорим, если на открытой местности «Искандер» подрывается в осколочно-фугасном исполнении, то зона поражения осколков до 700 метров, то есть все, что в радиусе, там, как говорится, будет подвержено поражению. Но здесь же били по ангару, это еще вокруг ангара были строения. Не по Зеленскому, да? Нет. Мы уверены. Слишком дорогой боеприпас. Там есть гораздо больше, ну, простые решения, там, вот, мыло, веревка, там, ну, понимаете, дешевле выйдет. Еще интересно вот эти объявления о наступе, да, вот очередной наступ они готовят. Для этого, Одесса написано с ошибками, посмотрите. Да. Безграмотная, конечно, там публика. У них там свое написание, они там буквы пропускают, новые придумывают, и слова в том числе. Ну, по-перше, Зеленський чи Міцотакіс, ніхто з них не говорив «я уклонився і мені повезло». Це скабєчина брехня. А по-друге, на такі удари має бути вагома відповідь від Заходу, бо це пряма погроза лідеру країни НАТО. Я начну с ракетного удара по Зеленскому, с которой вы начали наш сегодняшний эфир. Знаете, вот у меня есть уверенность, что один хорошо обученный «Искандер» для того, чтобы решить такую задачу, у российских вооруженных сил точно бы нашелся, если бы такая задача стояла. Вот 2 года господин Зеленский, как главный украинский нацив, жив и здоров. Я думаю, это следствие того, что такая задача не стоит. Я могу сейчас спорить, обсуждать относительно того, почему такое решение принято. Может быть, потому что нужен украинский Кейтель, который должен подписать акт о безоговорочной капитуляции. И Зеленский, мне кажется, хорошо подойдет на эту роль. Не знаю. Но я уверен в том, что он жив именно потому, что сегодня ему это позволяют сделать. Просто я на секунду, да, забегая вперед, это же важно. Сообщу нашим зрителям, что Зеленский жив, да, и здоров. Я поэтому и говорю, что... Сразу после выхода публикации, естественно, появился. Вот он на пресс-конференции вместе с греческим премьером. И это, что называется, усложняются его творческие перформансы. Если раньше просто воздушная тревога, то теперь имитация убийства. Зачем? Чтобы выйти на сцену и публично заявить. Вы видите, что происходит? Они хотели меня убить, дайте мне ПВО. Я даже не преувеличиваю. Да, я ему сообщаю, что его персональный «Искандер» пока не взлетел. Після такого навіть просити не потрібно. У Сполучених Штатах Америки самостійно відреагували на удар РФ по Одесі. В адміністрації Байдена сказали, що Києву терміново потрібно більше засобів ППО. Комплекси протиповітряної оборони та ракети для них – критична потреба Сил оборони України. А з приводу того, що зараз в них начебто немає задачі ліквідувати Зеленського, то я нагадаю, про що не так давно говорили російські чорнороті пропагандисти. Все залежить від того, наскільки довго проживуть лідери цієї країни. Зеленский, Буданов, Залужный, Подоляк, Сырский и вся эта публика. Ну, я считаю, абсолютно адекватно на сегодняшний момент, после тех заявлений, особенно вот сегодня Подоляк сделал заявление, одна из главных наших задач – убийство русских. И чем больше мы их уничтожим, тем лучше. Поэтому уничтожать, уничтожать и уничтожать. Должна быть охота объявлена. И я считаю, что в том случае, если лидеры будут уничтожены, то любой пришедший к власти Украине, он будет нелегитимен. А Верховная Рада, которая там существует, известна насквозь коррумпированная структура, которая точно соответствующих решений не примет. А вы как представитель силового ведомства и опытный разведчик, скажите нам, почему до сих пор этого не делается? Ну, как точечные удары по лидерам. Смотрите, во-первых, сначала мы соблюдали все правила ведения войны. Это раз. Второе, мне кажется, уже делает. Я думаю, что вопрос времени. А ще нагадаю, як неодноразово погрожували та закликали цілитися в іноземних лідерів, коли вони приїжджають до України. А как мы должны отвечать? Вот один только маленький вопрос. Маленький неудобный вопрос. Вот если они так открыто грозятся президенту, вот эти все которые приезжают в Киев, которые гуляют по этим улицам, топчут киевский асфальт и киевскую брусчатку, ну, может быть, уже пора? Тогда им будет что пообсуждать. Когда очередная какая-то никому неизвестная, ненужная туда заедет прогуляться, ну, может быть, уже теперь пора, раз они настолько переходят
границы, если еще кто-то думает, что эти границы существуют, а никаких уже границ буквально нет. То есть если они приезжают туда, у них свободный доступ, вот делай, что хочешь, гуляй, где хочешь, и мы им все это позволяем. Для нас это не просто все перекрывается, а теперь напрямую идет угроза жизни. Я, опять же, не рекомендую, это дело политического руководства, но мы до сих пор, скажем, ну, вели себя по-джентльменски, когда те или иные высокопоставленные западные военные делегации приезжали в Киев, в другие украинские города, и как бы чувствовали себя достаточно вольготно. Ну, наверное, есть при наличии политической воли у Российской Федерации силы и средства сделать так, чтобы они больше себя так не чувствовали. Как мінімум. Цей теракт, жертвами якого могли стати президент України і прем'єр-міністр Греції, показав, що в реальності справи в Росії йдуть геть погано. Вона програє. І Путін бачить порятунок лише у залякуванні лідерів усіх країн-союзників України, а можливо й навіть фізичному знищенні. Путін свій хід зробив. Справа тепер за колективним заходом. Якщо він знову виявить малодушність, тоді диктатор остаточно зійде з розуму. Не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте лише офіційним джерелам інформації.